круассаны 7 Days. Лучшие друзья кофе. Набирает высоту. Совершенно новый Nissan Murano. Будьте первыми. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на nissan.ru или у официальных дилеров Nissan. Паутина! Смотри, это же новый Фрутис с твоими любимыми героями. Они уже спешат на помощь. Готовься к подвигам, и ты. Любая миссия выполнима. Новый Фрутис для детей. Открой секрет настоящих героев. Дождались! Сумасшедшие дни снова в Стокман. С 5 по 9 октября. Тысячи товаров по сумасшедшим ценам. Не пропустите. Подробности на сайте crazydays.ru. Одно пятно, и вы решили избавиться от него? Не спешите расставаться с любимым диваном. Еврочехол защитит от домашних животных, спасет от пятен и пыли. Еврочехол – одежда для мебели. В предгорье Баварских Альп в городе Шенгау всегда очень внимательно относились к качеству молодого сыра и сливок, из которых производится уникальный творожный сыр Альметте. Ведь рецепт приготовления Альметте – это свежайший молодой сыр из цельного молока, взбитый с натуральными сливками. Именно так создается нежный сыр Альметте, которым гордятся даже искушенные баварцы. Альметте – рецепт, рожденный в Альпах. Внимание! 17 сентября на арене Екатеринбургского цирка новая программа «Наш добрый цирк» с участием артистов московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. Круассаны 7 Days. Лучшие друзья кофе. Отправь ребенка учить английский на родину Шекспира. Отвечай на вопросы конкурса в «Утреннем экспрессе». Отправляй СМС или пиши в нашей группе ВКонтакте. Участвуй в розыгрыше сертификата на обучение школьника английскому языку в Британии. Итоги подводим 5 октября. Язык до Лондона доведет. В «Утреннем экспрессе» на 4 канале. Здравствуйте, программа «Утренний экспресс». Вашему вниманию сегодня какое у нас? 30 сентября. Уже сентября, все, последний день? Да, скорее бы отопление дали мне. А некоторым уже дали, тем, кому дали. Я вас поздравляю, вам просыпаться особенно приятно. Да, а мне особенно приятно просыпаться с пузырями. Да что ж такое-то, ну холодно ведь уже, ребята, дайте отопление. В конце концов. В конце концов, сегодня пятница, поэтому можно немножечко похулиганить. Да, похулиганить, и мы решили в нашей программе сегодня. И вот вообще не привязывая ни к чему нашу тему сегодняшнего общения. Вспомнили великую советскую мудрость. Неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Вот так, что вы стащили в своей жизни? Что вы стащили в своей жизни? Пожалуйста, напишите нам об этом. И среди всех, кто нам напишет свои пожелания... Ой, какие пожелания? Сообщения. Мы разыграем путевку в полицию. А что мы, правда, разыгрываем? Здрасте. Здрасте.
У нас ничего не написано опять. Нет, мы классный приз будем разыгрывать, но об этом чуть позже. Давайте сейчас посмотрим, что нас ждет в ближайшие полчаса. Что есть утром, кашу или творог? А может, кашу с творогом? Выбор сделаем в битве каш. Как легко стащить миллион? Звезды мальчишника и девичника в Вегасе задумали новое приключение. Подробности хотите? Узнаете из рубрики «Афиша». В рубрике «Детское время» разыграем билеты, конечно же, на детский спектакль. Ну а в 7.25 не пропустите наш телефонный конкурс, который называется «Снова в школу». Если сможете обыграть ученика начальных классов, то вы заберете билеты в цирк. Ну а прямо сейчас новости, которые представляет Иван Иванов. Иван, здравствуй. Саша, Аня, доброе утро. Доброе утро. Ты что-нибудь подтянул? Подтянул хоть когда-нибудь? Не подтянул? Надо делать сейчас из себя положительного. Типа физическую форму только если. Ой, давай. Ну что, вот у меня признание в прямом эфире требует? Хорошо, нет, я вот тоже признаюсь потом. Серьезно? Да. Давай сначала ты, а потом я. Давай, хорошо, новости. Это первые новости на четвертом. Доброе утро. В связи с недавними отравлениями учеников в школах Екатеринбурга прокуратура организовала проверки, по итогам которых во всех общеобразовательных учреждениях были проведены гигиенические мероприятия.